Вітаю всіх прихильників програми «Про поради». Ми знову готові навчати вас новому і корисному. Цього разу буде цікаво і дорослим, і малим, тож запрошуємо до сімейного перегляду. Погодьтеся, рідка ртуть із розбитого градусника неабияк лякає кожного з нас. Дрібними краплями вона буквально розсіюється по приміщенню, проникає в щілини підлоги, застряє у ворсі килимів. Поступово випаровуючись, ртуть отруює повітря і може завдати значної шкоди організму людини. Тому треба терміново вжити заходів. Яких та як це зробити правильно? Про поради розкажуть. В эпоху электронных и инфракрасных термометров многие мамы все равно больше доверяют ртутному. Он не только надежный, но еще и очень опасный. Если разбился ртутный градусник, как правильно собрать ртуть и что потом с ней делать? Обо всем по порядку. Испарение ртути происходит при температуре выше 18 градусов. Поэтому необходимо снизить температуру в помещении, включить кондиционер, выключить обогреватель или закрыть батарею. Создать поступ воздуха сквозняк, чем интенсивнее, тем меньше будет концентрация паров ртути. При помощи скотча или лейкопластыря собрать ртуть. Ни в коем случае не использовать пылесос и влажные салфетки. Приготовить раствор, нейтрализующий пары ртути. А литре воды растворить около 40 грамм потертого хозяйственного мыла и 50 грамм кальцинированной соды. Что делать с остатками ртути? Как пригласить на дом людей, которые определяют концентрацию ее паров в воздухе и проведут окончательную нейтрализацию? Об этом можно узнать, позвонив в районную санитарно-эпидемиологическую станцию. Дитячі захоплення в майбутньому можуть істотно вплинути на вибір професії і в цілому на спосіб життя людини. І розвиток творчих здібностей в цьому переліку далеко не на останньому місці. Наприклад, малювання. Вважається, що до цього обов'язково треба мати хист. Проте сьогодні існує дуже багато нових спеціальних пристроїв для малювання, які без перебільшення можна назвати креативними та незвичними. Головне, аби діти малювали, адже це цікаво та корисно. Заинтересовать маленького непоседу не так уж и просто. Существует множество игрушек, но их хватает максимум на день. После интерес угасает. Вашему вниманию хочу представить планшет «Рисуй светом». Это уникальная развивающая игра. Представляет из себя планшет, в котором находится люминесцентный материал, способный накапливать свет и светиться в течение некоторого времени. Игрушка обладает такими свойствами, как развитие фантазии, развитие мелкой моторики, развитие навыков рисования, а также интерес к окружающему миру. Все составляющие игры изготовлены из безопасных материалов и не вызывают никаких аллергий. В набор входит планшет, стержень, которым вы рисуете, а также трафареты и инструкция. С помощью трафарета вы можете научить маленького ребенка уже навыкам рисования. Яркость рисунка и толщину стержня вы можете регулировать сами, а спустя некоторое время планшет снова становится чистым, и вы можете снова рисовать и творить. Используя эту игрушку, родители с легкостью могут отучить ребенка бояться темноты. Это очень распространенная проблема. Играя, ребенок забывает о своих страхах и увлечен происходящим. Благодаря такому планшету детки с легкостью запоминают буквы и цифры, развивают фантазию, развивают моторику рук и координацию движений, а также образное мышление. Такой планшет рекомендован и одобрен педагогами и психологами. Еще необычным для рисования есть проектор, который предназначен для деток от 3 лет. Он помогает развивать навыки рисования у деток самых маленьких. Пользоваться им очень просто. Вы вставляете картридж, включаете свет, настраиваете четкость, подлаживаете листочек, и ребеночек рисует, обводит по контуру и разрисовывает цветами, какими ему захочется. В набор входит проектор, 3 картриджа с рисунками, альбом для рисования и фломастеры. Этот проектор помогает детям развивать мелкую моторику рук, навыки рисования, фантазию и проявляет интерес к физическим явлениям. Рисуйте, творите и наслаждайтесь! Що краще?
краще – пилосос для будинку або електровіник? Питання не цілком коректне, але, як виявилося, ним задаються чимало людей. Дійсно, завдання, яке вирішується цими абсолютно різними пристроями, на перший погляд однакове – прибирання підлог і килимових покриттів. Навіщо ж потрібен електровіник, якщо є пилосос? І навпаки, чи можна замінити пилосос електровіником? Спробуємо внести ясність у це питання. Сегодня мы поговорим о ручных пылесосах. Это пылесосы нового поколения. Многие из вас уже ими давно пользуются, а некоторые из вас о них только услышат сейчас. Преимущество этого пылесоса в том, что он работает на аккумуляторе. То есть не нужно тянуть провод, они низкого уровня шума и довольно-таки неплохо убирают. Убрать они могут как и крошки со стола, так убрать можно и в машине будет, ну и сделать уборку по дому. Заряда аккумулятора, как правило, хватает для уборки 100 квадратных метров. Это где-то около часа. В среднем они работают. На большой мощности это будет где-то 20 минут. Они больше предназначены для ровной поверхности, но, как показывают тесты, они довольно-таки неплохо убирают и ковры, но не с высоким ворсом. Преимущество в том, что у них идет электрощетка. Это как турбощетка, только турбощетка, она работает за счет мощности всасывания пылесоса, как обычные, да, мешковые либо колбовые, то есть у них там идет 2000 ватт потребление и мощность всасывания сумасшедшая. А эти пылесосы, они работают от аккумулятора, то есть щетка сама по себе вращается вне зависимости от тяги. Таким образом, оно хорошо собирает шерсть, нитки, и так волосы, и при этом пыль тоже довольно-таки неплохо собирает. Также есть пылесосы, они еще могут мыть. То есть там крепится специальная салфетка, заливается в специальный контейнер моющее средство. То есть как раз-таки можно и пылесосить, и протереть полы. Очень удобно. По ценовой политике пылесосы начинают где-то от 6000 и выше. В чем преимущество? То, что такой срок службы у этих пылесосов, если мы берем с литионным аккумулятором, у них где-то 7 лет. То есть когда мы пользуемся мешковым пылесосом, мы за 7 лет как раз-таки прилично выкидываем денег на те же мешки. А аккумулятор поменять всегда можно будет. Да, он не дешевый, но он долго вам прослужит. И есть обычные аккумуляторы. То есть преимущество литионного аккумулятора в пылесосе тем, что когда уже маленький заряд батареи, он не теряет свою мощность всасывания, и он не будет слабее тянуть. Он будет работать так, как будто у вас полностью заряжен. Вы можете отсоединить, убрать крошки со стола, вы можете убрать таким пылесосом в машине в труднодоступных местах. Также еще цепится сюда маленькая насадка, это классно можно пропылесосить клавиатуру на компьютере. Пылесосы крутые. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Наступного разу ми підготуємо для вас не менш корисні поради. А поки що, бувайте!